По компонентам она ее обгоняет на 3,5 балла. Не на 3,5, на 2,5. А по элементам проиграла ровно 3. И ни в одном акселе здесь, конечно же, дело. Юнаким. Она, конечно, будет сейчас здесь выступать и диктовать свои правила с позиции силы. Чемпионка мира. Катается под музыку из кинофильмов о Джеймсе Бонде. Ну, прям вот так, как и должно быть, когда тобой занимается такой тренер, как Брайан Орсер, и такая компания, как AMG. Именно та программа, именно тот стиль, именно то катание, но которое будет еще лучше. Очень модно, очень стильно, хорошо, легко. Высокие, длинные прыжки, тройной каскад. Ох, не хватает французам камеры slow motion. Ох, не хватает. Это флип в ее исполнении. С опаской следит за Лутцем Брайан Орсер, хотя, конечно же, все четко.
только судьи и их замедленные повторы, точнее технические специалисты, могут там что-то такое углядеть, но могут, если сильно захотят. Очень расслабленно, очень элегантно, как будто она действительно и не катается вовсе. Как будто ничего не может ее испугать. Во вращение. Здесь у нее и у ее одной из преследовательниц мало осада. Конечно, много всего общего в исполнении этих элементов. Они мастера высочайшего класса. И основные претенденты на победу. Борьба будет вестись за каждую сотую в течение всего сезона. Хотя сейчас, конечно, Юнаким в одну калитку укатывает свою конкурентку. 76 баллов. Это на 4 сотые всего лишь.